Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас очень крутые новости, посвященные игре Euro Truck Simulator 2. Несколько дней назад прошел стрим разработчиков SCS Software в Твиче. На этом стриме очень много произошло тизеров разнообразных по поводу Euro Truck и American Truck. Но сегодня в этом видео мы разберем подробно, что же они сказали про ETS 2, про DLC Россия, ну и про новые проекты, которые также ожидаются в ETS 2 в 2021 году. Уже около 2 месяца назад я записывал видео по поводу следующего DLC после Иберии, которая, кстати, выйдет в первом квартале 2021 года. Какой же следующий DLC будет? Тогда ICS затитерили, скинули скриншоты в свой блог, ну и заставили нас немного подумать. По тем скриншотам было понятно, что это у нас страны СНГ. Позже уже нашли эти территории в реальной жизни. Это оказалась Ярославская область России. Ну и уже начали гадать, какие же территории у нас войдут в этой DLC. Так вот, на этом стриме были показаны очень интересные скриншоты. В основном это у нас региональные какие-то дороги, в том числе деревни. На одном из скриншотов был указатель автомойка в виде такой машины Лады Пятерки, на котором было, собственно, написано русскими буквами «автомойка». Какие-то интересные леса, опять же, деревни небольшие. Сразу можно сказать, что очень серьезный подход был к проработке карты, потому что вот промзоны, какие-то разрушенные здания, остановки, торговля на обочине, вот все в лучших традициях. На одном из скриншотов была показана очень большая развязка, наверное, в ETS таких еще не было. Возможно, я ошибаюсь. Ну и, в принципе, нашли аналог этой уже развязки в реальной жизни. Это у нас, естественно, развязка с московским кадом. То есть уже можно делать вывод, что в DLC Россия, пока точного названия нету, у нас будет Москва. Когда я записывал то видео, все гадали, что это будет Россия, Украина, Беларусь или Молдова. Ну и опять же, когда уже нашли вот эту деревню, у нас будет Ярославская область, и в том числе, да, тем более город Москва, то я думаю, не стоит сильно рассчитывать на Украину, тем более, возможно, на часть Беларуси, но это тоже очень-очень вряд ли. Скорее всего, нас ожидает именно продолжение истории с Россией, которая была добавлена в DLC Beyond the Baltic Sea. Тогда было добавлены города Псков, Санкт-Петербург, Луга. И вот с этих территорий, собственно, у нас уже пойдет все в сторону Москвы. Ну и уже можно сделать примерно выводы, какие же города у нас будут добавлены в этом DLC. Скорее всего, это города Великий Новгород, Вышний Волочок, естественно, город Тверь, Клин, естественно, сам город Ярославль. Естественно, я сейчас называю города именно такие более-менее большие. Возможно, будет добавлена Вологда. Но остальное зависит от того, в каком направлении они пойдут. Либо в более южном, в сторону Беларуси, опять же, тогда у нас другие города. Либо в северном направлении, тогда у нас также другие города. Так вот, мое предположение, почему же они могут пойти все-таки в сторону Беларуси. Во-первых, это более логично, потому что весь транзит с Европы на Россию идет по трассе М1Е30, которая идет через всю Беларусь. Ну, второй вариант, да, это идти через Прибалтику, что у нас и будет, скорее всего, реализовано. Возможно, будет добавлена там какая-то часть Беларуси, но это, опять же, не точно. Дело в том, что именно в той части России у нас не такая плотная
дорожная сеть, то есть не такой большой, собственно, объем нужно делать дорог, инфраструктуры, в принципе, территории. То есть есть вероятность, что они будут делать больше именно по площадям, чем в предыдущих DLC. Решил я сейчас так пояснить людям, все-таки уделить этому время, потому что довольно важный момент. Ну а мы переходим ко второй новости, которая напрямую связана к ETS 2. SES Software на этом замечательном стриме, практически в конце этого стрима, они затизерили новый проект для ETS 2. Пока неизвестно, как это будет называться. Кто помнит, было две игры: Scania Track Driving Simulator, если я не ошибаюсь, и Trucks and Traders. Суть этих игр была в том, чтобы парковать прицепы в сложные места, выполнять какие-то задания, змейка там и так далее. То есть, грубо, проходить обучение вождению. Так вот, SES Software решили возобновить вот эту тему. И, скорее всего, в рамках игры ETS 2 будет создана якобы автошкола. Возможно, в начале игры, когда ты заходишь в игру, будешь обучаться, если захочешь. Или потом в течение игры. Ну или второй вариант, по-моему, менее вероятный, это они будут переводить какую-то из этих игр на новый движок. Ну, я считаю, это очень маловероятно и нецелесообразно, хотя все может быть. Ну и последняя новость. В играх ETS 2 и ETS практически официально было заявлено, что будет добавлен официальный мультиплеер от разработчиков. На стриме они показали тизер вот этого всего дела. Принцип будет не такой у Tracker SMP, то есть они этот проект не забросят, я думаю. Суть будет, что какое-то количество определенных игроков будет заходить в комнату, так называемую, играть. То есть будет и трафик, и все, но просто, вот, грубо говоря, какой-то компании людей можно будет ездить по дорогам Европы. И Америки, конечно. Но про это я порассуждаю в следующем видео, которое выйдет довольно-таки скоро. Там мы подробненько разберем, что показали у нас по American Truck Simulator на этом стриме. А там еще больше всего интересного. Видео по плану выйдет завтра, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.